Всем привет, меня зовут Алексей, и сегодня мы будем отрабатывать вот такое прикольное упражнение на развитие ритмического слуха. По сути дела, ничего сложного с точки зрения техники, но это достаточно непросто с точки зрения ритма. Давайте послушаем, как она звучит, и потом продолжим разбор. Собственно говоря, что мы видим? Четыре группы из четырех шестнадцатых нот. В первой группе пятый, шестой, седьмой лад на пятой струне и глушенная нота, мертвая нота тоже на пятой струне. Нужно включать метроном обязательно и отрабатывать подслог такодими, я рекомендую. Или просто, если вы хорошо слышите шестнадцатые ноты, то... На первую шестнадцатую должен быть удар метронома. Такодими, 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 та. Такодими я проговариваю для того, чтобы вы поняли, что это 4 шестнадцатых ноты. Они зациклены, и на слог та как раз-таки и попадает наш удар метронома. Такодими, 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 такодими. Также можно тренироваться следующим образом. Первые 4 шестнадцатых мы проигрываем так, как есть. 5, 6, 7 мертвое. Обязательно соблюдаем удары вниз-вверх. А потом играем 4 шестнадцатых ноты просто мертвые. Вот так. Такодими, 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 такодими. Вторая группа из 4 шестнадцатых нот. Играем мертвую ноту, потом 5, 6, 7. Обязательно играем под метроном, потому что удар метронома будет стучать на мертвую ноту. И это нужно, чтобы мы не перепутали и не съехали на пятый лад, как будто бы это сильная доля. Например, так. Такодими, 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 такодими. Ну и также можем играть группу из 16 нот, потом группу мертвых нот. Ну и как раз вот в третьей доле это просто 4 мертвые ноты, ни сверх, ни сверх. И в четвертой доле у нас 2 седьмых лада, 2 ноты на седьмом ладу и 2 ноты мертвые. Такодими, 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 такодими. Ну что делаем? Берем и играем все в медленном темпе. Такодими, 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 такодими. Напоминаю, что на слог та у нас и звучит метроном. Сейчас попробую сыграть это все под ударные. Ошибался, но в целом вы суть поняли, потому что сложно следить за камерой и играть это все. Рассредотачивается внимание, и ты начинаешь лажать. Так, ну вот, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, задавайте свои комментарии. На сегодня все, всем пока. Задавайте свои комментарии. Задавайте свои вопросы в комментариях. Всем пока.